Короче, решил я взять, был заказ на Голокрон в Престарогу, и ты не можешь играть ничем. Короче, нет. Голокрон Прист, Голокрон Рога. Возможно, нужно было брать конкретно Рогу, но я вообще не вижу смысла в Голокронте, потому что я считаю, что это очень-очень слабый персонаж с очень-очень слабыми картами. И, ну, неважно, кем ты будешь играть. Я думаю, что, типа, нормально взять в целом того же самого Рено, факел. У него просто факел есть хорошее сокровище, и все. А дальше мы что-нибудь сейчас придумаем. Плюс, как бы, достаточно карт у мага и роги вместе, чтобы не выходить за пределы одного дополнения. Как мне кажется. Значит, что мы делаем? Мы берем натиск дракона, пробуждение Голокронта, да? Так, нет, погодите. Где Голокрон? Он не здесь, Голокрон, да? Пробуждение Голокрон, да. Натиск дракона. Он же должен быть там. Натиск драконов. Натиск. Драконы. Голокронт. Ну давай. Значит, Голокронт что-то мне дает. Прихвостни я беру. Давай. Ну, может быть, я прихвостни наберу, я не знаю. Значит, здесь у нас что есть. Может быть, я могу... Ну, драконы бессмысленны, наверное. А чем мне дают драконы? Ну, можно в драконов тупо упереться. В принципе, у нас как бы здесь неплохой такой добор. Дракон. Ну, сейчас подумаем. Голокронт. 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 Так. Я не понимаю, что мы вообще хотим. Допустим, вот у меня есть 7 карт. Так. Вот у нас есть 7 карт. Значит, мне еще нужно 9. А что я хочу? Что мне дают? Что мне дают эти карты? 2-2 за 4 с натиском. Песос, как это слабо. Это такой отстой. Это просто все. Вот здесь, как бы, вот, да, ты, вот, добыча. Добыча достаточно, ну, слабоватые карты относительно. Многие, да? Слабоватые. Хотя есть и неплохие, типа, у мага шестерка. Вот. Ну, в принципе, да, там, ну, 3 урона, ладно, хрен с тобой. Но ты, в любом случае, ты финал получаешь что-то классное. А Голокронт, ты как бы играешь 2-2 за 4, а по финалу ты получаешь что-то, что даже как бы хуже вообще всего. Что вообще тебе ничего не дает. Ноль, вообще не дает. Просто ноль. Берет Голокрон, да, или дополнительный эффект. Вот здесь шестерка, которая берет, если у вас в руке есть дракон. Следующее заклинание стоит 0. А это у меня типа такой нету. Вот это вот карта. Называет даже другие существа.
локация. Ну, типа, блин, крафт. Да я не хочу ее крафтить, потому что я знаю, что это полный отстой. Это вообще неиграбельная хрень. Это ровно неиграбельная хрень. Просто неиграбельная хрень. Никаким образом не играбельно. Это просто, ну, типа, ну да, из разряда заказ есть, хорошо, мы поиграем, но я чё, я не буду собирать, это все равно не играбельная хрень. Ровным счетом. Ну, у тебя основа колоды, она вообще ни на чем, она просто на мусоре. И чё ты будешь этим мусором делать, непонятно. Просто тупо непонятно. Ну, допустим, у меня прихвостни. А прихвостни, есть какие-то... Где не Глокрон? Там что с прихвостнями? Там же была какая-то лего, да? Вот эту. Ой, блин, бесполезная хрень. Так, хорошо. Возмездие теней. Возмездие теней, там были прихвостни. Чего дают мне прихвостни? Фантастическое сокровище, ребят. Отстой. Ну, нормально, кстати. Ну, кстати, окей. Ну, давай. Не знаю. Давай. Морозный луч. Это как это, с чем это должно работать? Какие прихвостни? Ты тоже, ну вот это ж просто жуть. Прихвостнем, да, только это Лего Варлок, к сожалению. Какие у ДК есть? Ну, есть, который тень дает. Невозможно понять, зачем ты, зачем это играть. Зачем? Это настолько слабые карты, настолько плохие, настолько ужасные. Они ничего не делают, вообще ничего не делают. Ими невозможно что-либо сделать. Карт в колоду замешивать, это зачем, а чем мне это дает? Ну то есть, ну давай, я не знаю, чем мне бы, ну блин, давай я тебя возьму, да я не знаю, что делать, ну как бы, ладно, хорошо, давайте, знаете что, давайте типа добор, мы можем доборы сделать, хорошо, ну типа можно ничего не брать, можно ничего не брать, потому что в любом случае мы сыграем там 1-3 либо 0-3, но 0-3 типа это самое вероятное. Ну, мы можем... Ну, просто это непонятно, зачем это играть. В какой вселенной это хоть сколько, хоть что-то делает? Хоть какой-то... 3 урона персонажу с полным здоровьем, ребят. Персонаж с полным здоровьем. Не знаю. Ну, как бы смысл какой? Что мы можем сделать? Что мы можем сделать? Ну, как бы, если мы хотим играть... Все, ладно, похрена. Ребят, если мы хотим играть Глокронда, значит, мы должны просто играть одно дополнение и все. Потому что, ну, как бы, максимально усилить этого персонажа, чтобы показать по максимуму, что он ничего не делает, что он прям максимально отстойный. Я не вижу другого... Другого смысла. Ну ладно, хорошо, я готов монетки взять. Я готов монетки взять? Может, я готов монетки взять реально? Подожди, вот эту я могу убрать. Погоди, а что ты делаешь-то еще разочек? Может быть, ты неплоха против... Уничтожать существо и все его копии, где бы они... Это нормально, кстати, против друида. Пойдет. А что я, собственно, что, какая у меня мысль-то возникла? Это, блин, это даже не дракон. Это же даже не дракон, ребят. Глокронд.
У нас нету, да, под драконов ничего. Хорошо, давай. Знаете, какие у меня будут карты? Ну, вдруг заработает. Вдруг это будет хоть сколько-то интересно. Играбельно. Доп. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. А еще я могу колодец типа положить. Зачем мне колодец? А колодец мне, кстати, не очень нужен. Четверка все равно отстой, тройка нормальная. Ну, тройку, кстати, можно подумать, как тройку запихнуть. Клик за точка, вроде бы норм. Три монетки дает, ребят. То есть это получается, если вы сделали до хрена, то вы можете разыграть за единицу маны 3-3. Вот это сила. Ну да, это, кстати, тоже отстой, ребят. Ну ладно, на самом деле нам негодяй зла не нужен. Существо получает плюс один к атаке, ребят. Существо получает плюс один к атаке. Ладно, хорошо. Хорошо, вот такая колода у нас собирается. И, ну, как бы, хрен его знает, что с ним еще сделать. Но как будто бы здесь есть... Ну, вдруг неожиданно мы получим липкие пальцы. Неожиданно мы будем собирать одни и те же дополнения. И неожиданно это вдруг заработает. Это единственное, на что можно рассчитывать, когда ты играешь Галакронда. Заказ. Потому что, опять же, сделать продуманно реально нормальную колоду на Галакронда невозможно. Это полный отстой. Полный отстой. Но вдруг неожиданно может случиться так, что как будто бы что-то у нас будет супер заходить по блокам, по аурам. Ну, вдруг. Вдруг. Вихлепыха выкинуть. Ну нет, мне кажется, там достаточно неплохие сокровища, чтобы я их играл. Я не вижу причины его конкретно выкидывать. Поехали, чё. Тупо в охрене. Ся попрёт, ребят. Ся попрёт. Окей. Ну, кстати, что, я не ударил, не очень понял, ну ладно. Удариться надо было. Как скажешь. Да давай я доставить делаю. Жестко, жестко, ребят. Ну жестко же, ну согласитесь. Я вообще в ахрене, чел. Тупо в ахрене. Может быть, кстати, это сработает. В каком же я в ахрене, чел? Осторожно, дети мои! Враги не осторожно, дети мои! Враги не дремлют! Ну-ка. Да, зрители меня верят. Как? Ну, типа.
Давай я пятерку сделаю. Так, ну давай я запасую, что ли. Можно, в принципе, и посануть. Дороговатые, конечно, карты у меня в руке. Ну, а что делать? Что тут сделаешь? Ну, в целом. Как будто бы. Так, ты у нас что делаешь? Просто берете берете карту, да? Одно воззвание, и он у меня загрейдится. Тупо с одного воззвания. Хорошо. Я могу убрать... Ну, типа, 5 урона я могу получить. Ну, кстати, могу получить 5 урона. Типа, а что я мне еще делаю? Да, неприятно, нехорошо. Но... Угу. Установление есть, что приятно. Здесь же, кстати, дракон. Дракон. Типа, какая-то синергия даже есть. Берете много карт, ребят? Берете много карт. Чувствуете, да? Берете карты, которые нахрен не нужны, потому что у тебя как бы карт мало в колоде. И когда ты его начинаешь разыгрывать, то ты себя в фатиг просто хреначиваешь. Это такие синергии, что просто мечта, а не персонаж. Только вот им и игра. Так, ну оружие он как бы получит, да, после воззвания. Единственное, что какой-то положительный момент. Че, я тебя буду делать? Или как я буду делать? 3 урона полному. 5 урона полного. Ну, допустим. Да давай, хрен с тобой. Под контролем прихвостей. Ну, вот я могу его сделать. Хорошо. Берете 2 карты, они стоят 0. Окей, окей, окей. Какой-нибудь малый жбурили сейчас. Может быть, я это сейчас сделаю. Оружие, к сожалению, я не получаю, да? Я же никак ничего не выражаюсь. Но я, типа, сидеть до самого конца, это будет бессмысленно. У тебя... Ага, чем ты работаешь. За единицу маны. Угу. Можно типа заморозить тебя сделать. Давай я заморожу. Да и хрен с тобой, давай так сделаем. Как-то я и съесть могу. Слушайте, ну у меня как бы здесь синергия есть интересная. Хорошо. Хорошо. Ну опять же у меня, если он типа все заполнит весь стол, меня это максимально не беспокоит. Ты мне фигачишь. Ага. Ага. Ну, сначала бурили, это, конечно, потрясающе бы сейчас сделать. Но выглядит, как будто бы я его хочу умирать. Ну, ладно, давай. Могу что-нибудь какую-нибудь единицу достать.
Хорошо. Ну давай я так сделаю. Вот уже две карты, которые я как бы... Короче, сейчас, видимо, вообще Голокронт не сыграет. Я так подозреваю. Ибо чё его играть? Будет так, если семерку у неё окажется. Ну ладно, что делать? Что делать? Семерка так семерка. Как идея застакать бесконечную магию 4 раза минимум с помощью старого мудреца, зелья иллюзии, а потом юзнуть Алунет и стать мега-контроль магом. Нет, звучит как то, что ты будешь очень долго делать, пока тебя просто будут убивать. На будущее 5+. Да, я помню, что он много очень дает. Я помню, ребят. Что делать-то, ребят? Вопрос такой, нескромный. Что, собственно, делать? Давай так ударим. Что-нибудь посмотрим. На 6 могу упануть. На 6, тогда у меня будет 1, а на 1 что я делаю, а нихрена не делаю. Ну да. Охренеть не стать. Давай так сделаю. Факел сгорает, ну а типа, а что я могу сделать, если у меня 8 миллиардов... просто тупо 8 миллиардов карт. Блин, ну да, факел жалко спалить. Ну, Голокронды. Бесполезные карты, понимаешь? Как бы, вот это вот относительно полезная карта. Все остальное тупо бесполезно. И ты... поэтому ты не хочешь играть Голокронды, потому что каждая карта из этих, она бесполезна. Она ни хрена не делает. Ну ладно, сейчас придумаем что-нибудь. Может быть. Зак, стоп, факел я палю. Так, хорошо. Факел. А что делать? Окей. Мы заложили фундамент будущего. Хорошо.
Ну давай. Хрен с тобой, я бью лицом. Мне нравится бить лицом. Давай. Я могу. Тебя. Четверку. Короче, могу много настрелять. Да, ладно, понимаю. Кстати, неплохо, конечно, для него, но... Ладно. Ладно, ладно, ладно. Хорошо. Качественно очень. Ребята, это максимально качественно получилось. Так я не уверен, что мне этого все равно хватает, чтобы его убить. А он сдался, а хотя мне ни хрена не хватало. О, да, ребят, о, да, мы победили. Yeah. Хорошо. Мы победили. Как это плохо, как я не хочу это играть. Так, ну давай, добряюсь, пример возьму. Так, драконы Галакронда нет. Ну давай такой я, наверное, возьму, потому что на скидку или серия приемов монетку получается. Ну давай такой я возьму. Хорошо. Метабрейкер. Он самый. Чё там новостей по этим мне не вышло? По патч-ноуту. Когда же будут изменения в дуэли, черт возьми. А по существу, я не знаю, мы уже, наверное, не видели изменений по дуэлям. А я даже не помню, когда. Ну, наверное, уже месяца 3-то точно не видели. Ну, давай так пока что. Угу, осталось взять только. Возьму вот. И да. Возьму я обязательно. Все. Угу. Ладно. Как мы вообще относимся к комбо Элизе? Можем ее побить? Как-то. Титаны, дающие броню. Ну, вообще существует. Лечащие тоже есть. То есть, ну, как будто бы может быть, как-нибудь. Может быть, как-нибудь. Хорошо, давай раз. Знаешь, мне тут говорят, возьми карту, которая тебе Галакронда дровает. То есть супер дорогая карта, которая тебе отдает бесполезную карту. Кайф. Сейчас еще хотеть от... Тебе недолго осталось. От жизни. Даже не знаю. Звучит как идеальная карта. Так, ладно, хорошо, мадам Лазул. Но это не так важно. Единственное, а, ну да, не так важно, потому что это будет, типа, тоже единица уже. Здесь не важно, аура не будет ему давать ничего. Никаких бонусов. Ну, вообще, сказать честно, я могу лучше, наверное, так тоже сделать.
Сейчас такой, чё это вообще, что ты делаешь? Ты чё, наркоман, что ли? Наркоманище. Наркоманище, ребят. Кайф. Ох, мы сейчас голокрондами-то, ребят, под голокрондим. Как же мы сейчас будем голокрондить? Ептить, колотить. Проблема только в том, что мне как бы голокронд не нужен. Но это уже вопрос второстепенный. Да. Угу. Дополнение 3, наверное, назад. Может, больше. Не знаю. Давно очень. Когда-то, что уже я не помню, когда. Ты. Ну-ка, жух. Ну охренеть, ну кстати, ребята, вы видели? Видели, что я могу? Давай просто обменчики какие-то. Типа, да, у меня дохренища карт. Я беру карты. Зачем? Ну, не знаю. На всякий случай, можно как бы вместе это сделать. А нахрен ты делаешь это? Вообще, просто, просто ноль у меня каких-то предположений. Ноль, ребят. Предположений зеро. Все, давай, сейчас мы тройку. Тройку. Лопата. Окей. Я думаю, он просто не понимает, что вообще ожидать. Зачем я это играю? Кто меня надоумил на эту хрень? Вот, и поэтому он... Он думает, что в моей колоде сила, и что... Так, хорошо. Все, хорошо. Значит, я могу еще вот так сделать. Ну да, наверное, я должен делать так. Как там эти дела, друг мой, с броней? Брони нормально у тебя? Или есть какие-то некоторые трудности? Хорошо. Что я против Мотул могу сделать? Ну, я могу просто уничтожить. Удаляй двух существ из игры, ребят. Удаляй, удаляй. Это нормально. Удаляй, удаляй. Ну, кстати, я могу заморозить. Зачем? Заморозить, сделать пятерку? Хорошо, давай, сделай раз. Сделал два. Сделал три. Сделал... Что-то подешевлял, тоже же ведь, ну, нормально. Давай, ну типа у нее еще один аматул сейчас, скорее всего, будет. Когда-то я тоже любил. Ладно, это хорошая карта. Это хорошая карта. Оп.
Так. Давай раз. Хорошо, давай тебя. Давай так. Не очень будет здорово, если я малыша Бурили или какого-нибудь найду сейчас. Фликса точка. И много-много брони, хорошо. Окей. Чё у меня замешал? Не, ну нормально замешал, да, конечно, неплохо замешал. В целом, ладно. А может быть я хочу леги? Ребят. А как если вот я вот так сделаю? А если я реально леги сейчас возьму? Типа факел у меня остался. Потому что как бы я его сейчас достану. А чем будет против толпы лег делать, которые друг друга удешевляют? Ну, шестерку жалко, конечно. Но в целом, охрен с тобой. Да поехали. Давай тоже поехали. Ну это так. Так, вы раскапываете две карты. Угу. Но этот как бы ничего особо не делает. Когда-то я тоже любила искать сокровища. Да, это как бы радостная для него вещь, я бы сказал. Это приятно для него. Элементали у меня нет, к сожалению. Давай я тебя сделаю. Карта не стоит. Ну, в принципе, да, нормально. Нормально. Поехали. Курили. Давай. Хорошо. Да хрен с тобой, давай так. Хорошо. Давай. Эх, ладно, надо было сюда оставлять, да? Надо было оставлять. Ну, допустим. Осторожно! Я под ударом! Под ударом. Под ударом, ребят, под ударом. Угу. Нам мне будет сбивать броню пытаться. Поехали. Скапуйте дракона.
А, ну да, давай, конечно же, возьми у меня такую штуку. Понял. Кстати, отстойные, да, секреты? Секрет полного отстоя. Ну, давай. Да. Не против. Не против. Ты не уничтожишь то, что у меня. Что поделать? Ну что поделать? Ничего не поделаешь. Тоже фойка спали. Не знаю, что я могу сделать. Как я могу? Что я могу вообще сделать? Непонятно. Что-то замешать? Нет, да, не получается особо. Остерегайся теней! Остерегайся теней! Остерегайся теней! Хорошо. Заклинанец, кстати. Очень неплохо. Давай. Ну, скорее всего, я сейчас умираю. Скажи, без сомнений умираю вообще. Чё-то без сомнений умираю. Мне, к сожалению, не зашло... ни один этот не зашел. Ага. Что? Хорошо. Ну, конечно, может, броня мне будет. Вашего класса. Ладно. О, да, о, давай, я еще сброшу ему сейчас. Охренеть, если я ему сброшу, ребят. Это же будет такое вообще наслаждение. Перебери.
Ну-ка, вот его еще удешевить. Класс. Скопите карту на скидку. Так, раз. Ну только не говори, что у тебя... Во, нормально. 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 Сидим, играем. Сидим, играем, ребят. Играем, играем. Оставь мне его на столе. И как бы и то, чтобы у меня все окей. Не. Ладно, можешь взять таком. Окей. Okay. А, действительно, что это я? Так. С легкостью. Можно полечиться. Давай, я так, я полечусь. Карту. Хорошо. Ну что, гиганта ты, наверное, хочешь взять-то, да? Гиганта хочешь взять. И что за гигант? 10 гигант. Ну, гигант за 10, ребят. Ну да, ну да, гигант за 10. Гигант, вопрос какой? Гигант за 10, ответ. А что ж не за 10, ты гигант? Так, хорошо. Допустим, я могу тебе нанести 3, он получает с отсюда. И здесь я ему наношу 8. 8 плюс 3 это сколько? Ни хрена не хватает. А я с этим... Угу. Так хватает. Не убей мне, ну не вздумай. Это похрен. Это похрен. Да, 4, да, 5. Эрис. Эрис. Выиграл, ребят. Выиграл. Ладно, хорошо, эта запись, она войдет в историю, ребят. Это зайдет в историю. Как лучшая колода из всех. Опа. Ну, Буба Лего. У меня мало заклинаний-то, честно говоря. Ну, давай Бубу возьму. Ну, нормально. Ненормально. Лучшая колода, ребят. Лучшая.
Здравствуй, Варчу. Плюс мораль поймал. Да, до первого поражения. Как только будет поражение, так все, сразу минус мораль. Но пока нормально. Пока тянем. Факел. Ну, хорошо. Кидай. Ну, в целом-то я как бы могу... Ладно, представь, пас. Ладно, пас. Ой, пожалуйста. Без слов. Ой, пожалуйста. Че я хочу его? Заморозить хочу? Давай заморозим. Кстати, могу вот так вот сделать. Как же нахреневает сейчас. Че это вообще? Чему эта карта у тебя? Как ты вообще дошел до такой жизни? Что в твоей голове, что ты играешь? Я только эту ерунду. Ай. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Ну, что-то мне интересно полечиться там раскопчиком. Ну, в принципе, ладно, тоже можно. Все. Да что ты начинаешь? Ну, какой... Ну, все, ладно. Чего ты начинает, ребят? Ну, серьезно. Ну, лабуда ж какая-то. Пойти к Галакрунду. Ну ладно, давай, я могу сделать раз. Давай. Сум. Ситуация, ну, в принципе, как бы можно. Но на самом деле, мне, наверное, больше в добычу сейчас нужно пытаться уходить. Ага, интересная карта. В 1-1 прошу. Я этого могу... Не, ладно, давай так. Хорошо, значит, что я могу сделать? Я могу леги достать. Могу три... А, ну, кстати, три... достать три карты, они будут стоить 0. Это очень даже актуальная хрень. Это же реально актуальная хрень. Ну, пожалуйста, пожалуйста. Ну, это не жалко совсем. Это, ну, так. Бриллет немножечко жалко. А, ну я его достать не могу сейчас. Хорошо. Служить очень выгодно. Давай так. Ну, не самая лучшая пятерка, ну ладно. Пятерка не самая лучшая. Так сделаю я.
хлебал. 3-5. Ну, типа да, обязан я сделать тебя выкинуть. Обязан выкинуть. 5. Так, ты 5 урона. А, ну кстати, могу в лицо ему фигануть. Хорошо, лучше я тебя даже сделаю. Берете карту. Давай. Давай. Ну, могу умереть, да, конечно. Кстати, ладно. Как будто бы и ладно. Ой, что-то так легко-то, ребят. Имба, колода. Ну, сами понимаете. Имба, колода. Никто ничего не понимает. Все в шоке. Что он играет, почему он играет. Все начинают гуглить, что делает Галакронт. Вот. Ну, удушевление бойцов, ну, нормально, кстати. Нравится. Давай. Гусицкие войны 8, ребят. Поход Прокопа Лысого сегодня вышло. Кайф. Будете посмотреть. Так. Значит. Пока что. Патч на офсайте. Не говорите мне, что там опять ни хрена по дуэлям. Я расстроюсь, если там не будет ничего по дуэлям, ребят. Прям честно говорю, расстроюсь. Стандарт, апдейтс, но это я пока особо... Ладно, краем глаза гляну. Ну, не то, что было очень жестко, кстати. Так, а ты что делаешь? Хорошо. Хорошо так. Так. Battleground. Ну, Battlegrounds, то кто же сомневался, что кто-то будет Battlegrounds. У нас кистку этой серии прям. Ну, кстати, я не знаю. Ладно, хорошо, я не буду пока что играть. А может быть, мне стоило. Ладно, мне, наверное, стоило просто ее достать. Да, просто 3-4 надо было достать. Ну-ка, посмотреть свинок. Чё, как свинка за 2 теперь? Хорошо.
Не, ну да, а чё же дуэль-то, они же, типа, вообще все нормально в этом режиме, он здесь нет никакого застоя. Никакого застоя, ребят, нет в этом режиме. Все замечательно. Не пускай. Чё, я ее не сделал, меч, понятно? Ну давай, я так пока что кидаем. Окей. Триона. Ну, желательно, кстати, чтобы не убирал мне его. Не убирай, чел. Не убирай. Ну, я могу просто сокровищ накидать сейчас. Меня не то, чтобы сильно это беспокоит. Ну, или сейчас что-нибудь решим. Можно тебя сделать и так сделать. Можно. Если ты мне... Ты два существа, даже три существа. Это не настолько много. Чтобы я это сейчас что-то делал. Да. Мне как бы и так окей. Мне и так норм. Хорошо. Сейчас вот достанет побольше, ну, я сделаю их. Качественный такой. Вот это вот. Интересно, почему туда? Ну ладно. Угу. Ай. Одна карта спалится, но, блин, на самом деле жестким пузом. Жестко. Хорошо, я готов сразу же достать. Вот это я писецки забыл, ребят. Вот это я писецки забыл. Ай. Это прямо плохо было. Блин, да у меня вся рука заполнена. Ладно. Вся рука заполнена. Ни факел не сделал. Да, ну. Ладно. Хорошо, 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 хорошо. Нужно, нужно, давай покончим. Угу. Правильно, в лицо. В лицо хорошо. Так, ну поехали, чё. Раз. Два. Поехали. Ну, я могу сейчас какой-нибудь прочный алиби сделать, да? Фай будет плохо. Ладно. Мне, кстати, убивают. А, блядь. Ну, то, вот надо сразу... Можно вот сразу? Нормально то, что он сразу же получает, типа, броню себе. Писец ты этот... Пёртый. Чел, ну реально. Ну, ж писец ты пёртый. Хорошо.
Давай я пока тебя просто отдам. За твою смерть, любые деньги. Знаю, что делать. Позвоню в другую цель. Ну давай еще так сделаем. Хорошо. Это типа этот. Так. Я несу жизнь. Значит, заморозить. Много слишком карт. Что, давай пока что сделаю так. За твою смерть, любые деньги. Так. Окей. Хорошо. Ладно. Так. Небеса дрожат, моя стая пробуждается. Ты представляешь, я на третий ход не кинул тройку, я писец, сколько у меня вышло косяков. Просто жуть. Так, как бы мне его убрать? А это, кстати, супер хреново, да? Ну да, ладно. Ну, десятку я типа получаю, и хрен знает, что мне с этим делать. Получается. Не, ну метатели я могу достать. Хорошо, давай. Давай сделаю так. Ну, это нормально. Я бы, конечно, с удовольствием вот это убрал, но мне, видимо, придется так убрать. Ну, давай. Факел я, кстати, не сыграл. Да, факел-то надо был факел сыграть. Ну ладно. Факел так факел. Успеем. Так факел успеем еще. Значит, что мы делаем? Нужно покончить! Что мы, собственно, делаем? Элементаль. Так, ну карт у меня много. Ну, мне, я могу сделать раз, сделать тебя, сделать четверку. Ну, кстати, тоже нормально, да, как будто бы. За твою смерть, любые деньги. Два. Три. Ну, как раз. Как раз, ребят. Окей. Что-то интересное можно? Зверь 6-6 с натиском нормально. Эту бесполезную карту можно бросить. Это сойдет, это сойдет. Это сойдет. Я беру еще три карты.
карты, 4 карты будет. Нет, давай-ка я лучше так. Хорошо, я это буду делать, когда он Кузуку-сан упанет. План у меня такой. Так, не напортачить с пакелом. Не напортачить с факелом, и как бы, ну и нормально. Вот сейчас, наверное, хотя его дороговат. Надо, наверное, тебя делать. Ну, как бы не очень-то, конечно, будет потрясающе, но, в принципе, ладно. То есть, как ни крути, достаточно много я, по идее, должен наносить ему. Так, может быть, я как раз-таки сначала буду вот это кидать, для того, чтобы факел потом... Блин, ну да, я вообще очень много факелов-то могу закинуть. А нам не надо очень много факелов? Ну, посмотрим сейчас. Может быть. Может быть, мне нужно очень много факелов. А, ну здесь еще Галакрон вызывает. А, ну, кстати, тоже неплохо, ребят. Это тоже неплохо, это мне тоже нравится. Сейчас я как раз-таки на натыре у него там интересных картишек. По-моему, он приплыл. По-моему, он приплыл. Давай, раз. Ну, типа, оп, оп. А мне не надо ничего. Как же я просто всех разношу на супер метовом Галакронде. Ну, как бы мета будущего имеется в виду. Вот, только мы можем создавать по-настоящему сильнейшие колоды. Ну, давай книгу мертвых. Так. Кусок отстоя. Возьми теней как. А, возьми теней, это виклепых оттуда, да, у нас? Им больше. Ну, как будто бы я типа не против вот этого. Да, я не против. Боевой клич. Заклинание, дорогие. У нас есть хоть одно. Не, ну нет, по сути. Да не, давай такой лучше возьмем. Что? Принятие стадии. Ну да. Так, лопата, хорошо. Ну, я могу так оставить вообще. На всякий, про всякий. Противниками повезло или с аурами? Ни хрена себе у тебя чел. Ну, я думаю, с противниками. И просто по игре что-то где-то повезло. Ауры у меня, ну, как бы норм, но учитывая, как много у меня карт постоянно в руке. И же их как-то они не то чтобы супер удешевляются. Ну, так. Как бы и не совсем повезло. Так. Окей. Что ты двойную монетку и достать что-то? Не хочет так делать. Ну, окей. Блин, ну отстой, конечно, что патчноут вообще просто ни хрена нет в патчноуте. Ну давайте посмотрим хоть что здесь. Big Fave Meter. Как он называется?
Bug fixes. Окей. Баги. Так, увертюры, да, значит, ты говоришь? Не, я сначала яйцо, конечно, ударю. Давай я так сделаю. Понял. Тоже не работает, кстати. Ну давай, показывай, что там есть. Я смотрю, очень сильно... Ага. Нежить тут поднимает. Хотя, мне кажется, нежить нормальная. То есть свиней нужно поднимать. Это 100%. Свиньи прям железно нужны. Сом. Так, ну давай. Я даже готов просто так бросить. Одно воззвание. Не, я хочу побольше карт, наверное, все же. Пока что пускай будет так. Это я, если что, могу убрать. На худой конец. Блин, вот это больно. Не, ну хватит. Больно же. Больно. Дайте мне что-нибудь, какую-нибудь заморозку, может быть, ну вот такой вот. Можно? Нет, нельзя, понял. Ну, я могу сделать так. Ну хорошо, давай. Раз убрали. Два убрали. Да, следующий ход, возможно, будет Буба. А может быть, в принципе, маг-подрывник. Маг-подрывник такой персонаж. Ну да, чтобы у меня возможность потом было тройку делать. В целом нормально. У меня, конечно, супер-мега-аура. И если он, у него есть, например, книга мертвых, то я хрен знает, что типа я буду делать. Но ладно. А еще, кстати, это тоже не очень приятно. Ага. Удешевление. Ну хрен с тобой, давай малыша бурили, я сначала достану. Могу заморозить его. Давай. Так, 9 карт, плюс 2 карты. Ну хорошо, пока нормально. Пока что нормально. Сейчас, если я как-нибудь титан достану, титаном там укреплюсь, защищусь, то я думаю, что у меня все будет нормально. Ладно. Ладно, снова ладно. О, вот это потрясающе, ребят. Это прям вообще красота. Это прямо красота. Может быть, мне даже не стоит. О, давай ты еще своего убьешь. Ладно. Не то чтобы приятно.
допустим. Давай, ястреба. Да, книга мертвых, это очень здорово, что он ее скинул, потому что с книгой мертвых он бы легко добивал. Мега сильная карта под удвоение. Ну, больно. Вот это вот чуть-чуть. Че, ты меня убиваешь уже, нет? Ну и может... Че, реально убиваешь? Нет, пока не убивает. Ну, у меня одна единственная... Не, я могу так чуть-чуть себе в брони поднять, но это как-то, мне кажется, так себе. Давай попытаемся отсюда вытянуть. Не получилось, ребят, не получилось. Может быть, его удешевлю. Может быть, отсюда будет. Ну, давай. Давай. Я делаю вот что, если вдруг у него будет типа 3 урона, то он может вот сюда и сюда залететь. Ладно. Ну да. Все же, ну типа против удвоения, ну очень тяжело играть, это суперсильная аура. Как ни крути. Если бы не зашел бы какой-то титан, который мне хоть как-то бы восстановил здоровье, ну ладно. Тогда бы я мог еще выиграть. Кровавая луна. Хоть, кстати, кровавую луну можно взять, теоретически. Или набирать эфесы всякие, келдалары. Кровавая луна. Ну, вообще, лечение как бы желательно, честно говоря. Так. Кстати, обратите внимание, что вообще никаких карт на Галакронда не идет. Вообще никаких не идет карт на Галакронда. Ноль. Ну, теоретически под семерку может быть. Не, в смысле под двойку. Двойка, семерка. Ладно, давай так. Надо подумать. Ну, смотреть. Воиновский титан восстанавливает. Шамановский титан восстанавливает. Друидовский титан восстанавливает. Жрец нет. Паладин нет. Рога нет. Маг нет. Охотник на демонов нет. Но охотник на демонов... Ладно, там тоже нет. По-моему, все. Вот те, что я перечислил. Кто еще может устанавливать? Варлока нет. Элиза! Так. Ну, очевидно, мне не надо ничего здесь. Лайфстил, да, дает.
Там, правда, не атаковать, по-моему, не было бы неким было. Так, ну давай с драконами будем сражаться. Ты можешь и карты добирать, может и что-то еще делать. Короче, как будто бы норм карта такая. Мужская. Кстати, забавно, что друид, вот этот вот дракон, это, наверное, один из тех персонажей, с которыми, ну, неплохо поиграть. Так, кстати, заклинание стоит 0. Не, ну да, в империи с провокацией это несерьезно. Это не то, что стоит воспринимать. Я, кстати, готов даже тебя сразу делать. Давай. Тебя он дает мне прихвостня, как будто бы тоже норм. Как будто бы тоже норм. Заточка у нас, конечно. Ну, вдруг когда-то сыграет. Окей. Так. Многовато. Карт у нас, как обычно. В такой ситуации. Ну, я могу сделать что-то типа раз-два. Могу. Следующее заклинание. Можно было что-то раскопать подороже. Тоже может быть. Угу. Ну пускай. Я сделаю. Есть дракона. Дракона у меня больше нету. Ну, наверное, я какой-нибудь бубу сейчас сделаю. Ну, либо тебя сделаю. Сколько у меня опять будет 9 карт, я могу сделать тебя и тебя. Да, хорошо. Нужно покончить с этой порчей. Ладно. Если прям нужно, можем покончить. Так, хорошо. Заклинаний тайной магии у меня 0. Поэтому я могу смело начинать с вот этой карты, чтобы просто освободить руку. Далее я должен сделать. Ну, может, какие-то раскопочки там, вот это вот все. А, здесь у меня вот эта вот карта, ребят, идет. Здесь у меня такая вот карта. Правда, у меня, по-моему, рука забьется. Ну, что делать? Что делать? Что делать? Что делать? Ну, хотя, знаете, как будто бы, типа, мне проще книгой лупануть. Сначала. А надеется убивать Five. Достань Фая, я вообще с удовольствием его уничтожу, вот ей. Но если не будет доставать, ну ладно, значит я убираю эти.
Ну, что-то удешевит. Нет, сейчас я точно книгу не буду делать, я не дурачок. Но дурачок, ребят, я. Чтобы делать сейчас это такую карту. Ну, блин, хотя... Да нет, ладно. Ну, пускай. Может, пора Олеге превратить карту в руке? Нет, не собираюсь я этой ерундой заниматься. А мне хрен отличные карты превращать в отстой. Совсем что ли? Не, здесь у меня уже я не буду никогда практически делать эту тройку. Я буду заниматься... Я буду другие карты играть. Ну да, пай пошел. К сожалению. Не. Что делать? Ну сейчас еще одного достанет, в принципе, ладно, хорошо, я сделаю книги мертвых. Угу. Да, не очень. На 9 убить. Так, немного жалко. А ладно, очередность достаточно паршивая была, но окей. Да это, блядь, ну ты серьезно? Ой. 1-1-1, ну потрясающе, ну что это вообще, ну как это вообще воспринимать? Ну да, вот чисто, на... блядь, ну я не знаю, ну как вот это, вот что это за партия? Ну ты же просто кусок говна. Ну серьезно, ну кусок говна, а не партия получилась. Просто все мимо нахрен. В шоке. Ну да, кстати, обратить внимание, все равно я никаким образом не могу. Давай так. Не могу найти никаких карт Галакронда. Видимо, вообще Галакронд не в блоках-то не находится. Ну да, скорее всего. То есть колодный Галакронда это максимально странно. Любого дракона бы контрил. Книга не была профитнее, потому что книгой я хотел добивать, и если он бы, если бы я кинул бы книгу, а он бы потом бы достал бы еще парочку таких семерок, то как бы я бы хрен бы что сделал. Мне титаном, как бы, фая, как будто бы, типа, проще уничтожить, чем уничтожать через флика. Ну, хорошо, давай тебя. Счастливых праздников! Все абсолютно безопасно, только не пролейте. Так, а зачем мне тогда вопрос? Если у меня есть... Если у меня есть плик, которым я могу уничтожить сразу, и в руке, и везде, то на кой хрен мне сначала отдавать семерку, а потом кидать флика? Зачем? Какой в этом смысл? Я не вижу в этом смысла. Готов.
Так, ну ладно. Не, на самом деле нормально все у меня идет. У меня не забита рука. Не, окей. Хорошо. Ну, видимо, я буду за нолик доставать. Ага. Буду доставать за нолик. Так, три карты за ноль. Да? И мы это еще удешевили. Хорошо. Чтобы просто как-то забурстить очень быстро. План. План сильно забурстить. Так, это, кстати, не нравится мне карта. Сейчас будем пытаться вот это сейчас мы сделаем. Да. Ну, я надеюсь, я не получу сейчас. Ну ладно, типа 6 стоит. Давай, раз, два. Хорошо. Хорошо. Урона. Ну, давай. 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 За твою смерть любые деньги. Ну, окей, ладно, я даже так сделаю. А вот это было неплохо. Мне как будто бы все равно. Одну карту, да? Блин. Это плохо. Ну ты в любом случае, как ни крути, этой колодой ничего не делаешь. Потому что она ни хрена не может в темп. Проиграл варлоком. Погоди, не помню. Ладно, одного варлока я помню. А, не, ни хрена не побили. Ну да. Ну окей. Ну, было веселее, чем ожидалось, на самом деле.